Организационный комитет 5-го международного бизнес-саммита провел генеральное собрание, на котором о готовности к проведению традиционного и знакового для Нижегородской области события отчитался представитель регионального министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений. Олег Павлович, я вам докладываю, что план мероприятий, утвержденный вами по подготовке к проведению саммита, исполнен полностью. Сформирован конгрессный и выставочный пост саммита. На сегодняшний день деловая программа саммита включает в себя 50 мероприятий, организаторами которыми выступают правительство Нижегородской области, торгово-промышленная палата Нижегородской области, Российской Федерации, также РСПП при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, агентства стратегических. Одним из главных событий бизнес-саммита станет пленарное заседание, которое пройдет в формате диалога. Его участники обсудят рекомендации и успешные стратегии развития бизнеса как в Нижегородской области, так и в России в целом, а также создание благоприятных условий и прозрачных механизмов для реализации инвестиционных проектов. Тот каталог, который мы будем выпускать и выпускаем каждый год, куда входят все проекты, все мероприятия саммита, все участники, причем они входят туда именно со своими желаниями, потребностями. Кто-то ищет инвестора, кто-то, наоборот, хочет быть инвестором, кто-то ищет разработку научную и так далее. То есть и этот каталог, он работает от саммита до саммита. Он в течение всего года существует и в электронном виде, и в печатном виде распространяется, в том числе с участием правительства Нижегородской области, по всем возможным площадкам, где к нам может появиться какой-то интерес. Причем попасть в каталог можно безвозмездно, равно как и посетить бизнес-саммит, который пройдет с 21 по 23 сентября на Нижегородской ярмарке.